На этой неделе произошел со мной такой интересный казус. Моя однокурсница, доктор, у нее сын, ему 16 лет. Его вакцинировали от ковида первой дозой, и во время вакцинации он упал в обморок. Это был просто обморок. Ему дали на шатырь и воду, и он ушел совершенно спокойно из кабинета прививок. Но Почему-то это внесли как противопоказание ко второй дозе вакцины от ковида, что не является правильным, поскольку, еще раз повторю, у него не было анафилактического шока, у него был просто обморок. И теперь моя подруга ищет всякие пути, как же все-таки своему ребенку сделать вторую дозу и обойти эти так называемые противопоказания, которые внесли в систему. Пожалуйста, отличайте обморок от анафилактического шока и не вносите тех противопоказаний, которых нет.